Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Докажи, что ты вакцинирован. Расскажем о реакции рязанцев на QR-коды. Волонтеры в помощь. О работе студентов-медиков в красных зонах и колл-центрах. Прибавка к пенсии. Открытие границ для путешествий. Основные изменения ноября. Чевыч и Белорыбица. В Рязань вернулась выставка продажи икры и камчатской рыбы. Бурю эмоций вызвало у рязанцев усиление антиковидных мер в области. Социальные сети буквально заполонили видео пустых торговых центров и скандальных диалогов с охранниками. Впрочем, о том, что надо быть готовым ко всему этому, накануне в специальном обращении уведомил жителей губернатор Николай Любимов. Мы собрали самые любопытные видео из открытых источников. Вот воскресенье, вот кафе. Вот сотрудники кафе сидят, а сидят они не потому, что они не хотят работать, а потому что нет никого. Вот с такой картиной столкнулись в выходные не только посетители торгового центра «Виктория Плаза». Доступ без QR-кодов перекрыли и в «Круиз», и в «Атрон», и в «Глобус». Практически везде на входе возникали скандалы, где-то дело дошло до стычек. Но ведь нельзя сказать, что вас не предупреждали. Губернатор еще в пятницу на своей страничке выложил специальное обращение к жителям. Уважаемые земляки, в последнее время мы фиксируем резкое повышение темпов распространения коронавируса. Всю минувшую неделю в нашем регионе ежесуточно COVID-19 заражались не менее 200 человек. Только за последние сутки это 233 рязанца. Система здравоохранения работает с перегрузкой. Каждая тонна кислорода сегодня на учете. Чтобы сбить новую волну инфекции, необходимы оперативные и адекватные действия. Именно поэтому я принял решение не только ввести режим нерабочих дней, но и дополнительно усилить меры по снижению опасности заражения коронавирусом. Уважаемые пассажиры, в городском транспорте обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Без маски автобус дальше не пойдет. Усиление мер – это вот такое кардинальное местное решение городского автопарка, например. Или совсем уж аутентичное обращение к жителям через громкоговорители, как в «Листвянке». Инфекции, просим вас обратить внимание на важную информацию. Вакцинация является самым эффективным, безопасным и простым способом профилактики коронавирусной инфекции. С 1 ноября слово «нельзя» должно прочно укорениться в сознании каждого жителя страны. В Рязанской области есть целый список запретных действий, и официальная позиция властей звучит как «это же в ваших интересах». Запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Сами предприятия общественного питания в торговых центрах будут работать только на вынос. Запрещается работа общепита с 23:00 до 6 утра. Прекращается развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских досуговых центров, игровых комнат в торговых комплексах. Будет усилена дезинфекция в местах массового пребывания людей и на транспорте. QR-код потребуется для посещения учреждений культуры, спорта, общепита, бань, торговых центров. Для входа в эти учреждения можно также предъявить справку о перенесенной не позднее 6 месяцев назад болезни, либо документ о медицинских противопоказаниях прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. При этом нужен документ, удостоверяющий личность. Правила вроде бы четкие, но вопросы у жителей все-таки остаются. Ну, например, почему в продуктовые отделы торговых центров вход запрещен, а в обычные магазины-ритейлеры нет? Там меньше народа? Ну да ладно, мы не сторонники всяческих теорий заговора. И тоже считаем, что ограничительные меры вполне оправданы. Только вот их трактовку, возможно, стоило бы сделать прозрачней для особо непонятливых. Максим Васильев, телекомпания «Город». Студенты-волонтеры вносят неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. В медицинских учреждениях региона они работают как в красных зонах, так и в колл-центрах. Более подробно о работе ординаторов в следующем репортаже. Алло, Павел Игоревич. Здравствуйте, это вас 11-я поликлиника беспокоит. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете сейчас? Студенты-волонтеры сегодня одни из главных помощников врачей рязанских больниц. Своеобразный колл-центр в поликлинике номер 11 работает в горячем режиме. Обзванивают больных, которые на домашнем лечении, и узнают о их самочувствии. Инфекция распространяется все сильнее и все больше, и, к сожалению, медперсонала не хватает. Поэтому многие наши инициативные студенты приняли решение помочь врачам и самостоятельно изъявили желание поволонтерить в поликлиниках. В настоящее время студенты занимаются тем, что
спрашивают людей, спрашивают их самочувствие, именно людей, которые в настоящее время проходят лечение от ковид на дому. Помимо этого, помогают с заполнением документации в регистратурах и отдельные просьбы врачей, да, все, что связано с документацией в основном. Ординаторы также работают с врачами в красных зонах. В больницах региона на боевом посту 152 человека, в 10 поликлиниках и 2 стационарах. Вот уже второй год именно волонтеры доставляют продукты и медикаменты больным с COVID-19. Работа всегда есть, и работа на самом деле очень большая, но мы все, естественно, стараемся справляться с этим совсем, то есть помогать как по максимуму наших возможностей, соответственно. Бывает, что, конечно, тяжело, бывает, что готовы сдаться, но потом собираемся силами и вновь идем. Иногда, кстати, люди волонтеров не очень-то и жалуют. Кто-то скажет спасибо, что не забыли, а кто-то может и нагрубить. Но помогать людям, говорят ребята, это выбор осознанный. Не скажу, что я прям хотел с детства быть врачом, вникал как-то это все постепенно. Знаете, когда был в 7 классе, тогда публиковали такой журнал «Тело человека», кажется. Я увлекся им, посмотрел, почитал, понравилось, и вот так, может быть, решил выбрать профессию врача. Безвозмездная помощь волонтеров – одно из самых ярких и позитивных событий нынешней пандемии. Практика, которую ребята получают в стационарах и медицинских учреждениях, по их собственным словам, драгоценна. Опыт понадобится им к началу собственной интернатуры. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С ноября пенсионеры, но не все, получат прибавки к пенсии. Для туристов открываются новые страны, а на льготную ипотеку можно купить дом. Какие еще изменения нас ждут, рассказываем подробно и очень простым языком. Традиционная ноябрьская прибавка к пенсии ожидает тех, кому до октября включительно исполнилось 80 лет. Стандартный размер страховой выплаты составляет 6044 рубля 48 копеек. В ноябре же пенсионеры получат 12 с небольшим тысяч рублей, поясняет российская газета. Не индексируется выплата у работающих пенсионеров, однако если получатель вышел на заслуженный отдых в июле и после, ему произведут перерасчет страховой пенсии по старости, куда включат все индексации, которые он пропустил, пока работал. Еще одним новшеством станет максимальный размер платы за перевод через СБП, который вводит Центральный банк. С 1 ноября вводятся в действие максимальные значения размера платы за перевод денежных средств между физическими лицами, а также за перевод с банковских счетов физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы для зачисления в сервисе быстрых платежей. Следующей инновацией стало утверждение единого сертификата вакцинации. С 8 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения 22 октября об утверждении формы медицинской документации, сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации и перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией. В документе будет отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения привитого, пол, адрес, место жительства и дата формирования документа. Предусматривается место для QR-кода. Кроме того, будет указано, когда человек привился, какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было. Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг. В очередные нерабочие дни финансовую помощь от государства получит только бизнес, наиболее задетый пандемией. Таковым в правительстве считают отрасли спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений, а также некоторых других. С 1 дня и до 15 декабря руководители предприятий смогут подать заявку на безвозмездный грант для выплаты зарплат сотрудникам. Кроме того, с ноября по декабрь 2021 года бизнесмены могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке 3% годовых. Принять участие в программе могут только заемщики, участники прошлогодних кредитных программ или компании, созданные после 1 июля 2020 года. На время кредитования работодатель будет обязан сохранять штат сотрудников. А еще с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщения с 9 странами, в числе которых Таиланд и Тунис. В Таиланд самолеты отправятся из всех городов России, где открыто международное авиасообщение до Бангкока и Пхукета по одному рейсу в неделю. Непривитым туристам для въезда необходимы ПЦР-тесты, которые нужно сдать до прибытия и по прибытии, а затем отсидеть 2-недельный карантин. Привитые спутником В от карантина освобождаются, но смогут отдыхать только на Пхукете и еще 3 курортах.
аэропортах. Перелеты в Тунис из Москвы будут 7 раз в неделю, из Петербурга и других аэропортов международников 2 раза в неделю. Страна принимает без карантина только туристов, купивших путевки у туроператора. Самостоятельные путешественники должны отбыть недельный карантин в специальном отеле. Непривитым обязателен ПЦР-тест, сделанный до вылета. Детям до 12 лет тест не нужен. В Рязанской области неизвестный похитил подростка и пытался увезти. Но что-то у злоумышленника пошло не так. Все подробности этого дела в следующем материале. На этой фотографии предполагаемый похититель 14-летней девочки. Преступление произошло в Ряжске 26 октября. По данным следствия, в 7 часу вечера мужчина подошел к девочке на улице, и между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры он схватил девочку и положил ее в багажник машины. Но смелая рязанка перелезла в салон авто и выбралась через заднюю дверь. По данному факту, Скопинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами ВД части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственно-оперативным путем удалось установить личность предполагаемого похитителя. Им оказался житель Скопинского района Рязанской области 1979 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование. Мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается. В Следственном комитете уточнили, что пострадавшая отделалась ссадинами. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Задержанному 32-летнему мужчине светит до 12 лет лишения свободы. Валерий Седов, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – это выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа с 1 по 6 ноября. В Рязань вернулась выставка продажи икры и камчатской рыбы. Работает она перед торговым центром «Премьер» на первом этаже. Репортаж с места открытия прямо сейчас. Сегодня не нужно ехать за 2000 километров, чтобы попробовать свежей камчатской рыбы. Она прямо здесь, в Рязани. Богатый ассортимент товаров и чарующий аромат, который жалко, что не передается через экраны телевизоров. Палтус, нерка, амуль, белуга, белорыбица, чевыча. На этом прилавке удобно устроились больше десятка видов разных рыб. Все деликатесы из Камчатки. И все-таки главенствующую позицию среди них занимает чевыч. Не просто так его называют коронным продуктом камчатского улова. За большой размер и вкус он удостоен эпитетов княжеский или королевский лосось. Рыбу решили купить. Чевычу купил и палтус. Ну, во-первых, вот чевычу я все время беру, она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас еще какую продают, это лучше. А какую рыбу решили взять? Чевычу. А почему его? Потому что там много омега-3 и микро, и макро, да. Вот эта морская красавица может весить до 17 килограммов. Это что называется совмещение приятного с полезным. Можно полакомиться вкусной рыбкой, а организм получит набор разных витаминов, так необходимых в осенне-зимний период. Но внимание стоит уделить не только чевычу. В ассортименте представлены больше 30 видов рыб. Разнообразие здесь побольше, конечно. Вот, ну, не знаю, решили сегодня купить. А что сегодня решили купить? Расскажи. Икру. Почему ее? Ну, почему ее? Я вообще-то у нас икра... Горбуша продается, а это вроде как получше. Большим спросом также пользуется икра. Еще бы, такой полукилограммовый контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами омега-3 и омега-6. Да и состав, если можно так выразиться, натуральный, природный, естественный, только икра и соль. Вообще эти эпитеты можно применить ко всему ассортименту. Познакомиться с ним лично и купить полюбившуюся рыбку можно у торгового центра «Премьер», рядом с центральным входом. Выставка продажи икры и рыбы камчатской работает до 6 ноября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. С 1 по 6 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер».